Так, продолжаем. У нас сейчас свет, новый день. Значит, у нас много дел. Нужно сделать еще один сундук. Сундук. Блин, а дерева-то не хватает. А дерева почему мне не хватает? Хватает мне дерева. Нужно только вот сюда. Так, все, запихиваем весь кал. Надо проверить сначала, что можно запихнуть сюда. Ну, почти все. Значит, все остальное сюда. Кирку это уголь дай. Дерево. Камень. Может, железо тут есть? Отлично. У нас есть там пещера снизу. Можно было бы сходить в нее. Но пока утро. Можно что-нибудь тут поделать. Вот что? Сейчас посмотрим. Земли у нас нет, вроде бы. Да. Пойти накопать земли, значит, можно. Вот, скоро сюда трава доберется. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Так, откуда тебе до... Я случайно. Откуда тебя бы добыть? Ладно, пойду куда-нибудь в сторону. Где можно просто срезать слой, и это не будет заметно. Где-нибудь... Где-нибудь тут? Окей, уже почти стак. Курятина. Уголь тоже заберем, что нет. Что он тут лежит без дела? Будет использован на пользу. Использован на пользу. Сломался я, короче, походу. Будет, пойдет на дело, короче, это что, пещера? Ну-ка. Там либо проход, либо тупик. Здесь живет курица. Тик. Мы попадаем совершенно в новый мир, в котором мы уже были. Главное не забыть, откуда я прибежал. Ай. Так, подожди, я что, на острове, что ли? О, лава.
Лава. Лава — это неплохо. Не совсем, чтобы она мне была нужна, но лучше пусть будет, чем ее не будет. Там корабль. Ладно. Сейчас мы еще немножко земли добудем. Пойдем домой. Буквально все. Видишь, там сколько. А, ну я упал на блок, хорошо. А, тут еще валяется, я не подобрал. Вот он какой я. Неряха. Лопата, хватит меня подставлять. Ты чё? Здесь некрасиво, поэтому надо заделать это все землей. Ну, так-то лучше. Правда, немного земли пришлось потратить. Ну ладно. Все равно она идет на терраформирование моей берлоги. На добавление новых слоев. Сюда. Так, что у нас тут очки? Думаю, здесь будет подъем, типа он вот так вот и заворачивает сюда. Все, мы наверху, на вершине. Так сказать, мы царь этого мира, мы сделали все. Так, надо добыть еще вот это дерево, а то оно тут как дебил стоит. Эй. То отсюда, по идее, можно просто спрыгнуть вниз и не париться. Все. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Нормас, нормас. Мне нравится. Лапочка.
Блин, тут вроде бы все норм, но здесь еще надо поставить. Вот так. Просто вот здесь в стене продырявить кусочек. И будет прекрасно все. Вот примерно так. Ну, пока тут факел поставлю. Так, погнали в пещеру. Надеюсь, я не умру, и на этом игра не закончится. Так, мне сюда, сюда и сюда. Здесь у нас шахта, где есть зомби. Который идет ко мне. Надо было, наверное, железный меч сделать. То что-то как-то я с каменным сломанным пошел. Эх, ладно. Похожу с ним, невелика разница. Ой, там скелет. А без щита мне плохо будет сейчас со скелетом-то драться. Может, ну его нафиг пока. Сколько тут железа? Так, лады. Чё туточки у нас? То же самое или что? Ну там тоже... Там крипер. А тут... Тут скелет, походу. Ладно, добуду пока... Просто железо. Но у меня там и так его много. Мне надо бы какого-нибудь там золота, алмазов. Всякого разного. В общем. Пауки. Ненавижу пауки. Он где-то ползет, близко ползет. Ну да, да, пугай меня, пугай, да. Ладно, уголь всегда нужен. Типа, это же уголь, он тратится везде. Факела, печки. Факела, печки. Еще раз печки. Факела. А где его еще можно потратить? Угольный блок.
Так, ну мы, видимо, сегодня уйдем. Почему я не закрыл дверь? Спим. Здесь кто-нибудь есть? Никого не вижу. Ок. Еще давай поплавь мне камушка. Мне нужен красивый дворец. Без вот этого дерева. Где моя кусок земли? Моя кусок земли, да. Артём, молодец, конечно, говоришь по-русски, прям... Моя кусок земли, да. Именно так говорят в России. Вот. Первый этап строительства, в принципе, завершен. У нас есть все. Есть ферма, есть... А, нет, есть не все у нас. Фермы животных у нас нет. Да. С этим у нас проблема. Ну да ладно. Это решаемая проблема. А вот со всем остальным вроде все хорошо. Там, в той стороне, где-то морской храм. Ой-ой-ой. Так что вот. Ничего не понадобилось. Дерево рубим. Нахрен. Нифига, он тут стоит. Как бы мне сделать так, чтобы было most epically? А, тыква, мистер тыква. Не знаете? Ну окей. Не знаете, так не знаете. Буду строить дом. Лестница будет вот так вот туда спускаться. Дом будет прям здесь стоять. Он будет из... здесь сделать некрасиво будет, будет кривой какой-то. Эй, ладно, попробуем. Здесь будет не смотреться это все. Маленький домик с топи внутри. Ага.
такой вот будет домик. Маленький, но в то же время он будет не один этаж. Возможно, второй этаж будет больше. Что это? Так, пойду соберу посевы, а то что они там растут, растут, а я их не собираю. Начнем с тростника. Да я уже вон пытаюсь тростником. Ой. Гнилой плоть. Собираем, продаем. Что не сеешь, то пожнешь. Бобы, картофан, морква. Случайно больше, чем надо, собрал. Так, морковь идет сюда, картофан сюда. Что у меня там есть? Вот. 4 семечка сюда. Ты до сих пор не вырос, какого фига? Может, тебе света не хватает? Расти большой, не будет лапшой. О, лососи, иди сюда, на. Супер, пожарим лососей дома. Будет у нас деликатес на ужин. Хорошо, теперь вопрос, как мне тут подниматься, я еще лестницу-то не сделал, вот здесь будет пока. Угу. Радино. Прохладно. Ха-ха-ха-ха. Вот это я шутник. Что будем делать с тобой, дом? Дом монстр. Гутен так. Здесь как мне будут стоять стекла? Нет. Ладно, пускай стоят в центре. И здесь с краешку будет так. Пол будет из булыжника. Нет. Нет, из берёзы. Ну блин. Сложно строить дом. Сложно. Давай из тогда каменных кирпичей, может? Почему бы и нет? Лопату сделаю, пока не ушел. Ну это, блин, еще палки делать. Ну ё-моё. Из одной палки-то не сделать. Совсем уже. Так, отлично. Факела тут. Тут у нас будет перегородка. Или не будет. Или будет прям вот так, панорамное окно. Ладно, пусть будет так, пока пущай. Пущай, допущаем это.
Ну да. Блин, не знаю, как получится. Получится, скорее всего, дерьмо какое-то. Я же не строитель. Я не Боб. Дверь третья. Вот ты дверь у меня есть, кстати. 2, 3, 4, 5. Прекрасно. И тут супер паски подходит. Хватило всего. Ой, уже ночь. Пора спать. Сделали мы сегодня немного, но что-то сделали. Крутится. Пошел вон отсюда. Так, нам нужны, получается, стекла. Песок у меня есть, кстати, для этого как раз. Доверху дом? Да, доверху сделаю. Так, песок. Я думаю, будет неплохо. Хотя, блин. Почему дом маленький? Зачем мне маленький дом? Я придумал, как я сделаю. Так. Деревья долой. Они мне как раз сейчас пригодятся. А вот дом у меня маленьким не будет. Дом у меня будет big size. Вот так, короче. Значит, здесь у меня будет... Хотя... Ладно, здесь можно оставить. Типа, оп-оп-оп, все дела. Здесь будет у нас подъем на второй этаж. Лестницу надо сделать. И взять бревна. Пам-пам-пам. Все. Поползли, поползни, давай. Так. Еще, потому что надо еще. Так, так, все дела. Да еще и не хватает блоков. Ладно, сейчас мы построим шикарный дом. И он будет красивый. Я думаю, надеюсь, по крайней мере, что он будет очень красивым. Бум. Значит, здесь мы делаем... А какой мы пол тут сделаем? Такой же?
сделаю такой же, короче, чё бы нет. Всё, вот оно. Нафиг здесь. Вот так. Всё, всё, всё. Шикарно. Уже смотрится хорошо. Там будет стоять у нас наковальня, печки. Точняк! Песок. Сюда. Сделаем стак пока что. Подожди, я слышу корову. Что это? Что за звук? Не понимаю. Ладно. Верстак надо сразу тогда в доме поставить. Верстак. И переезжать сюда. Верстак. Пару печек. Хоть они у меня там стоят, могу их спокойно перенести. Но нет, я поставлю еще. Здесь будет сундук. А здесь еще одна печь. Прекрасно. А сундук надо тогда делать сразу... Ой, что я делаю? А сундук ставить, потому что... У нас же не хватит тогда места. Даже не знаю, сюда второй поставить. Потому что здесь будет некрасиво тогда, но здесь будет... Ну, в принципе, нормально. Неплохой домик. Сюда перекину все блоки пока. А все остальное в тот сундук. Хватит ли места для всего остального? Тоже другой вопрос. Хватит, наверное, я думаю. Не то. Так, кирка, мотыга, это все мое, это все верните. Ух, сейчас мы тут перетащим много всего и... О, там уже все созрело. Я думаю, можно будет отправиться еще раз сходить в шахту, хотя не особо хочется. Хочется попутешествовать, найти новые земли. Найти что-то новое. Так, отдай мне все, это тоже все, все пустое, кровать. Ты у нас будешь шахты. Все, шах. Да, для всего хватило места. Кровать будет стоять тут. Красиво, красиво. Вот и уголь, кстати, кончился. Ну, то есть не кончился, он в печках лежит, но все равно. Мне нужен меч. Блин. Одна палка останется. Некрасиво. В
36 изумрудов у меня есть. Я могу их брать с собой, и если найду вдруг лутал, не лутал, то надо в трэш. Тут я живу. Карта пятая. Ну-ка, она же увеличивается. Увеличивается. Теперь у меня огромная карта. Кто где ходит? Я не понимаю. Кто-то ходит. О, этот декор у меня сразу же такой нормальный. Спать. Конечно, тогда лучше отправиться туда, чем куда-либо еще. Так. Хлеб можно сделать. Картошка. Картошка у нас там посажена, поэтому можно пожарить. Рыбу тоже пожарим. Лосось. Морской огурец. Так. Это вот защита 4, взрывоустойчивость, защита от снарядов. Но они защиту 4 делают, они получше, по идее, чем железные мои. Вот еще ботинки на защиту 1. Ну а все остальное. Не-не. Ядовитый картофель, с ним, по идее, ничего нельзя сделать. Вот с кусками железа и золота можно сделать многое. Например, слитки. Они мне, конечно, не особо сильно нужны. Мне их хватает вроде. Но все же. Посадим здесь березу. Ну, хотя тут тоже можно поставить. Здесь стоит фонарь с факелом. Здесь тоже. Так, ну со стороны даже недостроенный мне он нравится. Он как бы коробка, но как бы нет. Второй этаж тоже будет такой же. Третий этаж будет чисто здесь. Здесь будет такой балкончик. А остальное войдет в гору. И в горе будет продолжение дома.
Хороший мир. Мне нравится этот мир. Он по-своему прекрасен. Особенно вот та гора, которая идет далеко за облаком. Из которой льется вода, кстати. Туда можно было бы забраться и такой типа... Я червь. О, звуки по-любому оттуда. Ну, здесь, конечно, не продумано. Надо бы лесенку все-таки сделать. Куда я иду? У нас стадом теперь тут. Тут очки он теперь... Так. Мы тут как бы даже не знаю. Как мне тут так сделать, чтобы было нормально? Так. Не так. Хорошо, как-нибудь сейчас вот... Тут еще откопаю и сделаю более естественным. И тут можно поставить пару лесенок, ступенек, имеется в виду. Тут тоже, тут. Здесь будет на всякий случай такая. Здесь земля, земля, земля. Берега как такового не будет. В принципе, пока сойдет, потом сделаю получше, если что. Главное, здесь есть проходец. Сейчас мы здесь еще сделаем красивый мост. Не одиночный такой, одинарный, одноклеточный, а широкий. Или не сделаем. Сделаем тогда вот из этого. Но чуть-чуть заденет водицу его. Вот это я зря сделал, конечно. Ну все, теперь, короче, мост тупо сломан. Теперь придется обходить его вот таким способом. Лишняя морока, короче, мне добавилось. Из-за того, что я захотел сделать покрасивее, да. Так и живем. Лодку тебе надо немного сюда. Что с ней было сейчас? Teleportation. Так, хорошо. Если тут так все происходит, мы сделаем немного вот так и вот так. Ну а тут как-нибудь придется жить вот с этой водицей. Надеюсь, она не разольется дальше. Унесло ее. Цветочек.
Здесь ничего не хочет сажаться. Почему? Не знаю. Мотыгу я выложу. Понял. Ладно, цветочек, иди сюда. Оп. Я вот, когда ныряю под воду, такое ощущение, что я в Субнаутику зашел. Реально. Звуки какие-то, что-то там. Киты какие-то. Китов нет в игре, а там звуки китов. В общем, какая-то жизнь. Пион. Так. Да, второй этаж будет как дом еще, а третий у нас будет одинарная вот такая вот фигулина. Там что-нибудь поставлю. А четвертый будет в скале, как раз вот такой. Ну, как это назвать? Скала, гора, не знаю, что это такое. Летающий остров. Здесь будет у нас ферма животных. Это уже можно убрать. Так, значит, тут надо прокопать. Тут опять же уголь, кстати. Угля. Угля, как я говорил, всегда надо добывать уголь. Он и опыт дает, как бы, и... И уголь. И топливо получается. Уголь дает уголь. Это, конечно, классно сказано. Ну, но, типа, это прям по фактам. Минус весь уголь, минус кирка. Так, насколько надо копать вперед, чтобы пройти насквозь? Смогу ли я пройти насквозь вообще здесь? Может, это меня в какую-нибудь другую гору ведет? Ну, я, конечно, надеюсь, что мне даст выйти снаружи. О, земля. Нет, походу это гравий. Да, это был гравий. Ладно. Прокопаемся вперед. И все у нас будет классно. I can't wait to leave this town, 'cause daily I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, oh, oh.